И снова всем привет, мои дорогие подписчики и также гости моего канала. Так, на балансе у меня 12к, 12 тысяч, которые мне очень-очень надо приподнять, очень хотя бы немножечко, вот немножечко заработать. Вчера я так беспардонно, нагло и так вообще неприлично слилась в кристалл, что очень-очень расстраивает. И вот хотелось бы мне сегодня, так, пойду я сегодня, зайду во фрут-коктейль, жду яблочек и перехожу в скрич-карт. Так, погнали. А вы тем временем не забывайте подписываться на мой канал и, конечно же, ставить лайки. Так, тут даже вишенок нет. Также ссылочку на все игры оставляю ниже, закрепленную в комментариях. И, как обычно, что я могу сказать? Поднимайтесь вместе со мной, но только поднимайтесь. А не вот это вот все, как вот это вот сейчас происходит. Нет ничего вообще, даже вишен, даже X2 не падает. Я вообще не понимаю, что происходит. Но, в принципе, мне нужно яблочко. Нужно, блин. Что сказала, сама сказала. Так. Вишни опять нет. Есть X2. Пошли, посыпала. Начало есть, продолжение, я думаю, будет. Есть снова. Нет, яблок нет. Ждем яблоки. 10 800 уже на балансе, а яблок все нет и нет. Яблочко все никак не выскакивает. X2. Снова X2. Банан. Спасибо. Так, может быть, поменять ставочку. Попробую я 250 поставить. Может, так что-нибудь стрельнет? Как бы только в ожидании этого яблока не слить все то, что осталось. Да что ты будешь делать? Так, X4. Вообще ни в какую, проскакивает и проскакивает. Офигеть. 9200 уже на балансе. Где мои яблоки? Один штук, хотя бы один штук. Смотри-ка, что даже тут, вот он тут выпал, а наверху нет. Офигеть просто так, X2. Ну, хоть наконец-то, хоть что-то, хоть что-то. А то я тут вообще, смотрю, сливаюсь. Ну, давай яблоко мне. Есть, да, есть. Вот оно, вот оно. И перехожу я в свой любимый скрич-карт. Посмотрим, кто там ловил два раза подряд кораблики. Сейчас мы это проверим. Так что 250 также. И вперед. Мимо. Мимо, что-то опять монеты какой-то. Ох ты, корючки, X2. X4. Неплохо. Но маловато. Я жду корабли, я жду корабликов. Ну, или бутылочек там. Блин, даже сундуков. О, сундуки опять по разным углам разбежались там. Затихарились, зараза. X2. X2 был. Так. Блин. Видели, да? Так, X6, полтора косарика. Тут ничего. Тут снова. И тут вообще X8, отлично, я уже до 200 дошла. Ой, до 200, до десятки.
А чё я радуюсь, у меня же 12 косарей был первоначальный баланс. Х2 так икорьками засыпала. Я думаю, тут можно прям вот поднять ставочку. Х6, блин, не успела, не успела. Не успела, ладно, смотрим дальше. Кораблей не вижу, даже близко. Что за хрень Х4? Х2. Так, я попробую сейчас по пятихаточке пойти. Пятихаточку поставлю и Х2 сразу. Неплохо. Но есть Х6. Отлично, 13200. Запечательно, замечательно. Блин, надо было понизить ставочку. Х2. Так, это 12 у меня было, да? Так, пошли якоря. Пошло якорями сыпать. Значит, скоро опять что-то выпадет интересное. Блин, ну что ты будешь делать? Почему нет ни хрена? Так, я меняю, удваиваю ставочку на косарь. Если уж поймать какой-нибудь занос, то поймать так поинтереснее. Вот один корабль только, один пришел. Х25, отлично, 33 700, замечательно. Ну что, действует, стреляет. Красота, просто красота. Ну что, ребят, всем пока. Нет, не пока. 700 рублей, 700 рублей поставлю. И... Эх, нету ничего, ну ладно. Ну что, теперь уже точно всем пока. Удачи в играх, увидимся.